Здравствуйте. Представляю вашему вниманию модель телефона Samsung S005. Это новая модель в нашем магазине, очень интересная. Идет она в двух цветах. Сейчас я включу вторую. Интересная очень заставка при включении Samsung Galaxy. Заставочка при включении у нас Samsung Galaxy S2 пишет. Соответственно, это не он, но очень достойная копия. Данные копии пришли только сегодня. То есть, это новая копия. На рынке их еще нет. Они идут в двух цветах. Вот в таком беленьком и серого цвета. Более графитовый. Сзади вот так вот выглядит два телефона. Давайте я покручу один и второй. Вот так выглядит у нас беленький телефончик. Телефон выполнен в фон-факторе кнопочный моноблок. Выполнен из высококрепкого пластика и с металлической вставочкой по бокам. Вот так выглядит у нас беленького цвета телефончик. И вот так выглядит у нас телефон графитовый. Модель это одна и та же, просто разный цвет. Ну, тут у нас отпечатки пальцев оставались, как бы, так как он глянцевый, на нем остаются немножечко отпечатки. Так, ну давайте мы продолжим рассматривать светлую модель, она мне больше по нраву. Дисплей у данных телефонов 3 дюйма. То есть, как у некоторых сенсорных есть на андроиде, даже которые 3,2 дюйма дисплей, здесь идут кнопки и плюс еще огромный, очень яркий, насыщенный экран размером 3 дюйма. Вот давайте мы сравним данный телефон с копией Nokia 6700. У нас просто не хватает места. Ну, вы видите. Ну и также можно сравнить дисплей. Дисплей как два дисплея вот на данном телефоне. Дисплей очень огромный, очень насыщенный, яркий. Также на данном телефоне это практически, можно сказать, еще и плюс и бабушкафон, то есть потому что здесь огромнейшие кнопки с большущими цифрами и русской и английской раскладкой. То есть для человека с ограниченными способностями, особенно вот в зрении, скажем, очень-очень легко будет набирать номер, печатать смс, ммс и все остальное. То есть на данном экране, на большом экране, также мы видим очень крупные цифры набираются, что человеку с ограниченным, ну, то есть с плохим зрением, будет тоже очень-очень удобно. То есть вот можно сравнить цифры с жирность и размер цифр с копией на Nokia 6700. Впереди на данном экране, на передней панели, мы имеем и видим динамик слуховой, огромный экран 3 дюйма, сам телефон тоже достаточно большой, очень-очень удобный, очень легко, очень удобно лежит в руке. Вот, также джойстик, на который вы так же, как и на всех предыдущих копиях, можете задать меню быстрого доступа, то есть нажав в какую-либо сторону, у вас откроется какое-либо меню, которое вы сами назначите. Также у нас есть клавиша меню и сим-карты 2. Меню в данном телефоне очень прикольное, анимированное, цвета очень насыщенные, яркие, вы это видите. Вот. Вот клавиша вызова на сим-карту 1, клавиша вызова на сим-карту 2, клавиша телефонная книга, ну и сброс вызова. Центр джойстика у нас отвечает за главное меню. С помощью него мы входим в главное меню. Вот такое анимированное меню. Каждый раз, когда мы будем ходить в меню, у нас будет разная анимация. То есть вы видите, сейчас у нас такая, сейчас вот она вот такая. Сейчас она вот такая. То есть, ну, в общем, анимация вот этих ярлычков абсолютно всегда будет разная. Вариаций огромное количество, поэтому, чтобы оно повторилось, нужно очень-очень много времени. Вот. Также мы на передней панели видим огромные клавиши, на которые, для нажатия на которые вы не промахнетесь, это точно. Клавиши достаточно мягкие.
Подсветка клавиш тоже достаточно яркая, то есть, ну, в общем, все сделано для удобства человека. Также мы видим оригинальный логотип Samsung, что тоже немаловажно. На верхней панели мы видим очень яркий светодиодный фонарик, он очень яркий, то есть он один, но он достаточно яркий. То есть данным фонариком вы можете подсвечивать не только замочную скважину для попадания в нее ключами, но и полноценно пользоваться данным телефоном как полноценным фонариком в ночное время суток для подсветки асфальта. Вот такой у нас замечательный телефон. В главном меню мы видим телефонная книга, сообщения SMS, MMS, список вызовов, то есть журнал вызовов, камера, которая очень-очень достойная, камера 2 мегапикселя, и все два они есть, то есть они снимают даже, наверное, как 3 мегапикселя, то есть камера очень хорошая. Камера достаточно хорошая, вот, это без греха говорю. Также есть у нас аудиоплеер, также MP3 плеер его еще называют. Стандартная мультимедиа, это просмотр изображений, файловый менеджер изображений, то есть галерея, видеоплеер, видеомагнитофон, радио FM и устройство звукозаписи, то есть диктофон. Также у нас есть управление файлами, то есть файловый менеджер, развлечения и игры. У нас здесь игра-загадка установлена какая-то. Профили пользователя, стандартные профили пользователя. Органайзер, в котором есть фонарик, будильник, календарь, калькулятор и задачи. Bluetooth и, соответственно, ярлычок настроек, всех тонких настроек данного телефона. Все, на этом наше меню закончилось. Данный телефон поддерживает одновременно две сим-карты, которые одновременно находятся в сети, и также флешку на 8 гигабайт, до 8 гигабайт, 8 включительно, то есть, в принципе, который достаточно хватит на все. Сзади, на нижней панели, кстати, у нас находится стандартная зарядка, ну, отверстие под стандартную тоненькую зарядку Nokia. Также все комплектующие на данный телефон подходят от оригинальных телефонов Nokia. Сейчас я вам все это продемонстрирую, покажу. Точнее, даже не от Nokia, а от Samsung. То есть зарядка у нас как на Nokia, а батарея как на Nokia на больших, либо как на Samsung. И также у нас внизу находится разъем для micro-USB, то есть для синхронизации данного телефона с компьютером и прослушивания музыки в наушниках. Так, сзади также у нас находится камера 2 мегапикселя, которую вы только что я демонстрировал вам. Также какие-то ярлычки, что здесь есть, SMS, Music, Movie, Game. И также очень-очень-очень громкий динамик. Во всех наших копиях, как вы заметили, динамики достаточно громкие. Вот так легко у нас снимается крышечка. Крышечка у нас пластиковая, но пластик достаточно качественный, глянцевый, очень неплохой. Сейчас мы данный телефон выключим. Разблокируется этот данный телефон как обычный телефон Nokia, это у нас меню и звездочка. Так он у нас выключается. Вот мы видим большущий динамик здесь. Батарею на 1200 мАч, то есть достаточно большая, хорошая батарея. И также мы видим два слота под сим-карты и один слот. Секундочку, где-то у нас тут должен быть слот. А, вот он, и один слот под карту памяти microSD, потому что я смотрю, здесь нету. Вот сюда мы вставляем две сим-карточки, а сюда флешку до 8 гигабайт, 8 включительно. Вот такой замечательный телефон. Тут также находятся у нас штрих-коды и два имея телефона, так как телефон на две сим-карты, соответственно, имея у него тоже серийного номера 2. Так, немножко не так я одеваю. Вот такой замечательный у нас телефон. Повторю еще раз, он идет в двух цветах, вот такие вариации, то есть одна графитовая, более такая мужская, солидная, вторая, более женская, тоже прикольная. Вот. А так они абсолютно одинаковые. Также
Здесь у нас огромные клавиши, также жирный шрифт, то же самое анимированное меню, та же камера. Ну, все то же самое, в принципе, вариация идет только в цветах. Вот так выглядит у нас черненький, тоже глянцевый. Также у нас в принципе, вот такой у нас телефон. Это был видеообзор телефона Samsung S005. Поставляется он в такой вот замечательной коробочке. К данному телефону идет зарядное устройство и наушники. Ага, вот, секундочку. И также к данному телефону, что большая редкость, сейчас я покажу, идет еще и USB кабель для подключения его к компьютеру. То есть к данному телефону еще идет и USB кабель, и универсальное зарядное устройство, что огромная-огромная редкость для бюджетных телефонов. Стоимость вы его увидите у нас на сайте. Она такая же, как у всех бюджетных копий, но функционал, размеры данного телефона и комплектация намного отличается от предыдущих наших копий. То есть, ну, как я говорил уже, прогресс не стоит на месте, китайцы нас постоянно радуют. То есть мы сотрудничаем с тремя очень серьезными китайскими заводами. То есть у нас не кустарный Китай, у нас именно заводские копии, поэтому вот благодаря этому как бы качество наших телефонов, цены на них очень-очень отличаются от других интернет-магазинов. Ну, с вами был интернет-магазин mobilegold.com.ua. Спасибо за внимание. До свидания.